Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Занимаясь творчеством, боюсь, что из прошлого снова будет лезть в мою жизнь. Такое событие произошло прошлым летом. Пока я ехала домой после похода в магазин, мне написала длинный текст, оскорбительный. Текст на этом прерывается, то есть, сообщения больше нет. Непонятно, что хотел автор вопроса сказать и что хотел автор вопроса спросить. К сожалению, поэтому тут нам остается только гадать. Смотрите. Что я хочу сказать вам. Первое. То, что вы боитесь того, что люди будут к нам лезть из прошлого, на мой взгляд, нормально. Абсолютно. Вот. Потому что, действительно неприятно, когда какой-то человек, как-то запрагивает какие-то ваши нотки, какие-то ваши струны, какие-то ваши, условно говоря, больные места. Вот. Это, конечно, неприятно. С другой стороны, я не очень понял, как это связано с творчеством вашим. Вот. То есть я имею в виду, как творчество связано с тем, что вы боитесь прошлого своего. Вот. То есть связь есть, конечно. Вот. Но какая это связь? Непонятно. По крайней мере, из того, что вы описываете, непонятно совершенно. Лично я думаю, что проблема заключается в том, что есть что-то, что вам больно. Есть что-то, что вы сами, получается, как-то не прожили. Есть что-то, что вам самой как-то тяжело воспринимается, да, и люди из прошлого вам об этом напоминают. И отсюда получается ваш такой страх. Вот. Страх вполне естественно в этом смысле. Страх вполне закономерный, но нужно понимать, нужно понимать, что вы не не защититесь от людей,
которые вам могут писать, да, или будут писать, вы, ну, не защититесь от них. Вот. Поэтому тут гораздо интереснее, на мой взгляд, то, как вы реагируете на на то, что вам пишут люди. Вот, это гораздо интереснее, на мой взгляд. Потому что если вы как-то болезненно реагируете на это, да, вот, то это же проблема ваша, наверное, что вы так реагируете, а не человека, потому что у человека могут быть свои какие-то трудности, да, у человека могут быть свои какие-то проблемы, у человека могут быть свои какие-то вообще истории, вот, с вами напрямую не связаны. Поэтому задача здесь, на мой взгляд, заключается в том, чтобы разобраться вам со своей реакцией на этих людей, вот, и научиться выражать и выставлять свое отношение в этих местах, свою позицию, если хотите, в этих местах, научиться выражать, научиться выставлять, вот. И эта задача как раз таки для для психотерапии, на мой взгляд. Эта задача как раз для психотерапии, это задача для индивидуальной работы, вот, которую вы можете начать, собственно говоря, выбрав психолога, да, на нашем вот, сайте. Вот, и как бы прорабатывается. Вот, я думаю, как-то так. А, конечно, вот, творчество, да, вот, то, что вы занимаетесь творчеством, это дает какой-то такой неплохой, к сожалению, шанс на то, что люди вас будут как-то задевать, и люди будут вас как-то вот тревожить и так далее. Это, к сожалению, правда. К сожалению, большому. Вот. Поэтому, на мой взгляд, наша задача в том и заключается, чтобы помочь вам здесь не чувствовать вот таких болевых ощущений, да, вот, и не чувствовать себя здесь как-то, ну, как-то тяжело, негативно и так далее, вот. Очень важным моментом является еще и то, чего именно вы боитесь. То есть каких конкретно вещей вы боитесь и почему. Потому что очень часто страх – это история про желание. Вот. Которые мы себе запрещаем. Вот. Поэтому нужно смотреть, изучать ваш страх и разобраться в том,
какие ваши потребности. Ну вот в этих страхах, да, оказываются замешаны. Что включается? То есть какие потребности включаются, какие желания включаются. Вот. Когда мы говорим про страх ваш. Это можно сделать через, опять же, психотерапию, да? Вот, и, возможно, вы увидите то, что вам, то, чего вы боитесь, вот, на самом деле, представляет из себя какие-то осколки ваших желаний, вот, признать которые вам в силу ряда причин довольно-таки тяжело. Вот. Понимаете? Да? На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь.